В полицию поступила оперативная информация. В одном из оптовых складов Димитровграда продается поддельная водка. При проверке факт подтвердился. Это оперативная съемка. Партия крупная. Было изъято более 50 коробок. В них бутылки объемом 1/4 литра. В народе их называют чекушки. Причем названия напитков достаточно известные. Пшеничная и хрустальная. Производитель якобы подмосковная фирма. Было изъято 1300 бутылок и направлено в ВКЦ по Ульяновской области для проведения исследований. После чего, после исследования, данный факт подтвердился, и весь соответствующий материал, справка эксперта, была направлена в Роспотребнадзор для составления протокола по статье 15.12 административного правонарушения. Штраф за подобное правонарушение до 100 тысяч рублей. Кстати, только за неделю в Димитровграде было изъято более тонны фальсифицированной водки, а также спиртного, которое продавали без лицензии. Арина Макарова, Анжелика Барвинок. Новости Димитровграда.